Скажи всем привет. Мы отвезли нашего друга на стрижку. Ждем с его. Вот он. Вот он наш. Побрили. Побрили. Ребенка. Ладно, ладно, ложись. Все, ложись. Давай, поедем домой. Поедем домой. Всем привет. Мы подъезжаем на дачу. Да. Папа у нас остался в Москве. Вот, я, кстати, немного покрасилась, но так у меня практически совсем не видно этого розового. Вот, так что папа у нас теперь работает, а мы завели себе другого мужика. Там вот постриженный лежит. Ну, не надо, он так хорошо лежит. Я его потом, он так, как сарделька какая-то бритая, непонятная. Мы его потом снимем. Чего? Ой-ой-ой, затопило все. Мама. Сейчас я тебе найду пеленочку. Я тоже устала. И ты устала, я знаю. И вон еще одна устала, мадама. Где мои холюсы? Ой. Где мои холюсы? Смотрим. Не знаю, что не очень хороший фильм. Король вечеринок. Три моих, два, три моих хороших. Не надо, Зай, ну он спит, не трогай его в лежаночке. Он только успокоился, бедолажка, переезжает все с места на место, маленький. Так, а я варю супчик с брокколи. Полезно и вкусно. Просто сложно вообще представить, мне кажется, тут никогда такого не было, трава была почти по пояс. Мы сегодня косили полдня эту траву, просто косилка забивается. Еще все мокрое, прям. Ну, сейчас уже не слышно, а днем прям вода так хлюпала, что если она впитывалась в почву, нереально. Я про. Сейчас вспомню слово. Не, забыла. Прополола я все гряды, все клумбы. Ни единой травиночки. Вот, но здесь, конечно, сложнее к таким подобраться, но. Нет, еще вот здесь середину нужно мне. Мак что-то у нас погиб. Вот здесь, значит, ну, здесь все печально, потому что здесь вода стояла выше цветов. Ну, хотя они молодцы. Ну, вот все равно я сегодня рыхлила, просто воды немерено вообще. Выкопала Регине один куст этой шалфея. Тут они часто у меня были, вот я решила их немножко рассадить. Вот завтра ей повезу, и решили там... А, завтра мы едем к ней, да. Решили там у мамы, у ее, ну, у них сделать клумбу. Вот я откопала тут, что у меня было. И вот ту клумбу тоже все сделала вообще там. Короче, целый день у меня ноги вообще не держат. Просто я, не знаю, хожу как зомби, я уже хочу спать в 6 вечера, я уже все не могу. Нет, тут все это распустится, все нормально, вон уже эти... Дали бутончики, как они называются. Господи. Ну, у меня с цветами проблемы. Я вроде все знаю, а вот так вот сходу сказать не могу никогда. Гвоздика. Сказала. Вот так. Не помню, как он называется. Вообще не помню. Потому что он был уже вот до сюда вот. И под ним мои вот эти цветы там просто задохлись. Сейчас пойдут. Каждый год я с ним борюсь, и каждый год он все больше и больше. Вот так вот. А, вон я еще куда забыла сходить. Какая тут красота у нас. Так, ну здесь эти гладиолусы. Нужно мне их сейчас тоже общипать по краю. Косилка не подлезла. Вон какой красивый куст. Обалденный. Такой прям ровненький. А вот это нам соседка отдала. Ну, что-то он как-то там внутри весь. А, там еще подкопал крот, что ли. Ой, фу, все грязное теперь, блин. А. Мы вышли. Закат проводить.
Марки растрепались. Ай! Простите. Сейчас, если солнышко выйдет, будет прикольный кадр. Будешь солнце с очком ловить. Такой же классный, тихий, теплый вечер вообще. Очень теплый. Василиса у нас сегодня умоталась, уснула сейчас на диване в гостиной. Ну, я хотя тоже уже все. Время у нас 9. Я уже разобрала нам кроватки. Вышла прям подышать 2 минутки. Ой, классно. Прям даже можно на улице на качелях спать. Очень тепло. Очень круто. Не выспались. Мы едем к нашим татарам. Я тоже не выспалась, вообще сегодня не спала. Да не, не долго. Алина, вы ее не брызгаете столько, она пока горится. Алина, блин, я тебе сейчас как-то дам. Холодно. Холодно? А полотенец нет сюда прямо им, это, чтобы обтираться? Бешеные мартышки. А они вчера не купались первый раз сегодня? Мы только сейчас налили. Переходника не было. Нет. Слушай, Арина, все она только... Все в трое. Классно. Спартаку выделили батут. Девчонки там купаются. Кто тут такой мебезы? Ой, а мы лежим за гора. Спартак, невеликоват мяч-то? Садили с Ильгиной цветы. Теперь тут есть клумба. Купили поводок. Варь, не давай ему, пожалуйста, там ничего есть. Нет, нельзя. Нет, я пока не готова к такому. Это нужно за ним следить прям каждую секунду. Он ест муравьев. Нет, я уже защу. Иди! Пойдем, зайка. Спартак. Арин, побеги, побеги. Беги за Аришей. Что-то ему, по-моему, не очень нравится. Ну, ну танцуй, Арин, что ты? Как, что ты стесняешься? Давай. Что-нибудь из ТикТока. Опа. На одной руке. А мы идем на рыбалку. Всех стреляют. Я везде с удочкой. Кто на пикник, кто на рыбалку, кто просто загорал. Мы вообще мимо шли вообще-то. Извините, мы мимо шли. А все. Идем в заброшки. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы идем на брошку. Да, я уже сказала. А, да? Угу. Красота. Что-то такая красивая дорога, а заброшка очень страшная. Да, мама? Нет. Да. Ну что, не страшно? Ну да, выходите, раз страшно. Это первое здание. Пойдем. Отличные рисунки. Давай ручку. Ты моя самостоятельная. Пойдем, девчонки. Валь, ты чего так пугаешь? Пойдем посмотрим, что здесь еще есть. Пойдем. Почему тут стреляли? Ну, это в наше время. Я откуда знаю, Варюш? Я тут первый раз. Я боюсь. Пошли. Мам, а почему тут вот это вот второй этаж есть? Ну, лестницу сломали, наверное. Ну, все разломано, зай, все растащили. Скоро тут тоже все зарастет, вон, одни мелкие елочки.
Да, Зай, мы сейчас там все покорябаемся, еще и наступим на какой-нибудь гвоздь. Пойдем, Зай. Нас сейчас комарики уже закусают, загрызут. Меня не закусают. Ты видела у Регины крошу? Свеча. Вечерний променад. Я слышала просто, как самолет взлетал. Я думала, это этот. Ну, уже, наверное, правда, поздно. Не, ну ты слышишь, он летает вот там вот. Так, пойдемте на берег, посмотрим, который мы назад выбрали. Если что, прям с утра просыпаемся, идем на тот пологий берег с такими детьми. Завтракаем, окупаем. Если он пологий. Марюш, давай, иди аккуратно. Ну вот, мы сегодня вот там купались с Региной, вот там вот. И там очень сложно спускаться, заходить. А тут я посмотрела с того берега, тут он низкий. И там постепенный спуск, плавный. И если завтра будет... Ну, хотя завтра 31 градус. Завтра уже с 7 утра будет, мне кажется, пекло. Ну, значит, завтра покупаемся. Завтра идем со всеми детьми, идем купаться. Джаз был, а завтра еще купаемся. Я бы даже сейчас окунулась, честно говорю. Мам, я бы тоже. Ты снимаешь или сказать? Она снимает. Две свинины? Свининка желает... Она снимает. Свининка желает окунуться. Я видео снимаю. Я видео снимаю. Привет! Накупались, назагорались. Я сейчас сгорела, даже не буду себя показывать. Красная. А я загорела. Ты там вообще шоколад. А я купалась, зато мама лежала все равно. Опять. Я тоже с вами купалась в вашем бассейне. Чуть-чуть. Просто да. Ну, как всегда, вечерний променад. Мама труш. Она в большой бассейн не полезла, мы полезли. Я набрала 90 наклеек на бокалы из пятерочки. Вот эти мне прям очень понравились, самые маленькие. Они прикольные. Конечно, их цена не такая, какую там заявляют изначально. Но красивые. О, кошмар. Я не могу в этот бассейн залезть, он прям ледяной для меня. Варя! Не, сегодня вроде потеплее, да? Потеплее сегодня вода, Варь? А? Потеплее вода? Да. Держись. Мы вышли смотреть красоту. Сегодня у нас громыхало, что-то ходило, прям кружились тучи. Ну, дождь так и не пошел. Сейчас хоть немножко прохладнее. Опять целый день купались. Очень будет красивый закат. Погодка. Я боюсь. На ланч боишься. Когда ты ну, страшно, да? О, а вот и град. Град, видишь, он прям белый.